26 марта 2021 год. Город Кибули, Грузия. На улице плюс 10. Погода налаживается немного. Ну и сегодня я планирую прогуляться немного. Зайду к друзьям, посмотрю, что там они делают. Ну и дальше видно будет, куда подамся. Вот работа идет. Уже сделали здесь железяки на потолке в одной комнате. Ну, пошла вторая комната. Один день, одна комната. Вот у нас раздуло немного все. Друзей, все нормально. Стройка идет. Я тоже иду. Уже домой. Немного хотел еще рассказать о результатах мясолечения. Вот это мой ужин. Сегодня я без мяса. Вот там печется моя лепешка кукурузная. Уже почти готова. Ну, что сказать. К мясолечению я все-таки добавил подтягивание на перекладине. Одно время это забросил, потому что болела спина, поясница. И вот такие висения на перекладине были мне не полезны в момент обострения. Я заметил, что становилось хуже. Поэтому я подтягивание отменил. Ну и где-то уже месяца два, наверное, или три не подтягиваюсь. Ну и теперь в связи с моими болями в спине чуть выше, под ребрами, решил я снова добавить подтягивания. И в принципе вижу, что есть хороший результат. Поэтому мясоедение надо оставить, видимо, хотя бы пару раз в неделю. Мясо есть нужно. Ну, в основном вот такая еда остается у меня. Сыра я добавил, правда, порцию. Ну и, да, подтягивание это полезно. Но перед этим нужно разогреться хорошо. Перед тем, как подтягиваться, разогреться, поприседать. В полуприсед поприседать раз 80. Разогреться. Потом я подтягиваюсь на невысокой перекладине. Мышцы разогреваю. Вот так, чтобы ноги не отрывались от пола. Ну и потом уже перехожу на высокую. Но есть хороший результат. Да. Вот поделился такими соображениями, может кому-то пригодится. Ну еще соображения по поводу белка, вспомнил я кое-что. В России я сидел на рыбе, съедал по килограмму мороженой рыбы в день. Ну если ее сварить, там выпотрошить все остальное, то ну, грамм 300, наверное, было мяса рыбного в день. Ну и вот на таком белковом питании я подтягивался где-то до 27 раз. Буквально 5 лет назад. Был у меня такой рекорд. Весил я немного, килограмма 73. Сейчас, наверное, под 80. Но подтягивался хорошо. Потом я скатился до 20 и так где-то держалось. 20, 22, 22 раза. Подтягивался я два раза в неделю, по несколько подходов. Вторник, там и пятница, по-моему. Ну, когда я сюда приехал, в Грузию, здесь с рыбой как-то проблематично, рыба какая-то не свежая. Пока ее довезут до суда, 10 раз разморозят, заморозят. Речная не всегда есть, вернее, озерная, и она тут дороговатая. И я перешел на сыр. Сыр тогда был недорогой, там 7-8 лар килограмм.
Ну и в течение года я скатился с 20 раз до 10. То есть мышцы у меня съежились и, так сказать, потеряли в объеме. Поэтому я сделал вывод какой: или в сыре мало белка, или я ем мало сыра. Одно из двух. Ну вот такие результаты. Это тоже о чем говорит, что белка маловато и надо добавлять. Ну а потом по перекладине я ну, как сделаю выводы. Сколько добавлять? По поводу грибов тоже я заметил, когда ешь грибы в хорошем количестве, то результат в подтягивании у меня тоже увеличивался. То есть мышцы укрепляются. Значит, в грибах есть белок, это точно, не обманывают. Но опять же, грибы для переваривания не очень хороши, говорят. Много их не наешься. Хотя тут пару месяцев можно грибами питаться до отвала, как говорится. Ну вот тоже я заметил такое, что в грибах есть все-таки белок. А вот в фасоли что-то я не заметил как-то, что там есть белок. Хотя пару раз в неделю ел вроде бы фасоли по многу довольно-таки. Но результат почти никакой. Вот такие наблюдения.